Евро 2016. Удар по воротам, рикошет, и еще удар, и гол! Это дебютный гол. Смотрим. Сигурдсон с корнера делает передачу партнеру. Анфилдер Ранкель с Бриттоном, а дальше удар. Вот здесь лучший игрок. Подача. Побьянский кулаками отбивает. Недалеко. Недалеко. Уокер. Прострел. Гол. Гол. Вот смотрите. Вот здесь. Здесь. Ловить было. Да можно было ловить. Можно было ловить. Ведь никого не было. Ах, Лукаш, Лукаш. И здесь 15 минут. Удар по воротам. И Фабил. Смотрите. С правой. Бабах. И мяч по какой-то невероятной. Солнце. Для Солнце на вес золота. Ну, собственно, так же, как и для Тоттенхэма. Удар по воротам. Забивает Дани Роуз. Ну, здесь уже и Фабьянский.